чем заняться, когда на улице пекло. И в идеале, чтобы не деградировать дальше. Судоку. Точнее, смарт-судоку от дочерки Xiaomi. Уже делал много обзоров на головоломки от этого суббренда, так что в целом в этом гаджете почерк, так сказать, прослеживается. В чем суть? Есть поле с разноцветными кнопками и два интерактивных экрана. Для начала разбираем наше поле, чтобы все кнопки были сняты с него. А у каждой кнопки, к слову, есть своя цифра. Теперь оставляем кнопки на поле так, как это показано на экране. Сперва красные, далее желтые и все остальные цвета по порядку в том же духе. И наше поле готово к игре. Что теперь делать? Как и в судоку, пустые поля нужно заполнить так, чтобы не было повторений ни по горизонтали, ни по вертикали. И при этом, чтобы в большой ячейке тоже не было повторений. Приступаем. И при заполнении определенным цветом жмем ровно столько раз, сколько на этом цвете написано. Экран показывает, что все засчитывается, и в целом за 1.5 минуты я справился. Но давай повысим сложность хотя бы до среднего. Также разбираем поле и потом собираем его так, как просит первый экран, и приступаем к игре. И вот тут уже значительно сложнее, особенно в самом начале. Но я справился, и заняло это 8.5 минут. Также здесь можно играть в классический судоку 4 на 4, и можно играть на пару с другом. Так что штука-то на самом деле интересная, и больше я бы ее рекомендовал детям в качестве альтернативы гаджетам.